Всем привет, уважаемые подписчики и зрители наших каналов. С вами Титан и еще много людей. Да, мы продолжаем играть на серии 8 бит, 5 сезон, и у нас экспериментальные такие, по крайней мере, у меня летсплеи по необходимости. Ну, в общем, так вот, у нас в комнатке очень много людей. Иногда, может быть, и буду я один, а иногда, может, нас будет много. Поэтому так вот. Да, ребят, действительно, всем привет. Серия началась где-то с ших каналов. Где-то так. Я просто немножко нажал кнопочку. Ну, в принципе, это нормально, как бы. Мы чисто вот все вот снимается в реальном времени, ни разу не договариваемся, знаете, как эти говорят, в передачах, где всех обманывают, там, типа всяких этих. Вот и я верю. А в тех, что показывают по телевизору, я не верю, потому что они не настоящие в большинстве своем. Дед Мороз, ты не настоящий. В частности, работают по сценарию. Часто очень работают. Поэтому Мороз настоящий, не надо тут смуту наводить. Давай. Ребята, а на каком от этом? Тебя спас. На каком уровне олова? Быть беде, он мог тебя убить. Я знаю, кто тебя точно может убить. Ребят, знаете, на каком уровне олова или нет? Или оно примерно? Олова, оно начинается с 50-го. С какого? С 50-го начинается. А, ну то есть на 12-м и ком. А, ниже. Ну, то есть. Короче, оно 50-го. Не, а то я на 12-м копаю, что-то нет, ладно. Ой, я опять в пещеру погнал. У меня привычка такая, знаешь, когда общаюсь, то есть с большим количеством людей, там, или как-то, ну, неконструктивное, да, делаю. Ну да. Не особо конструктивное, скажем так. Когда делаю серии, да, когда общаюсь, там, или когда что-то слушаю, я люблю в пещеру залезть и просто колупать. Ну да. Колупать, прям сутками колупать. О, что-то у меня написано ниндзя и воин, это что? Да, это ты вот сейчас класс можешь выбрать, либо ниндзя, либо воин. Прикольно. Уберут. Ну и как понял, вот эти вот выбирать надо будет, он PC-шника его ставишь из мода джоб, ой, нет, подожди. Джоб, да. Нет, из мода MyRPG, во. Ну это почти что джоб. Ну, джоб ты выбираешь, типа, дровосек или там... Джоб-дровосек? Нет, ниндзя-дровосек, допустим. Нет, эльфийский ниндзя-дровосек. Вот у нас что будет, нас ожидает в будущем. Как боксер-стоматолог, да? Стой, серии. Нет, просто я говорю, один плагин отвечает там, ну... То есть один MyRPG, я уже рассказывал, а другой... работа, третий там экономика и так далее. То есть у нас могут быть такие, значит, допустим, гном, фермер. Фермер, гном, он же, ну, вот, допустим, тот же ниндзя, да, там. Гном ниндзя. Да, я представляю, ты вот в реальности представь себе гнома ниндзя просто. Гном ниндзя, он же еще фермер. То есть он.
так скажем, допустим... Не, ну, фермера гнома я еще могу представить. Ну да, он днем, допустим, да, выращивает пшеницу, нет, да, костюм. Пшеницу, а ночью он пошел зарабатывать там, как бы скажем, типа наемным воином там, пожалуйста. А потом эти деньги потратил либо на себя, либо уже на город с чей-то. Только деньги, они отнимаются за какие-то действия сейчас. Да. То есть я что-то делаю, а у меня деньги, наоборот, в минус уходят. Ну, это надо, надо разобраться. Не страшно. Поглядеть. Будем, вот. Будем, как говорится, поглядеть. Вот. Посмотреть. Ну, как я говорил уже, город, этот плагин мы пока убрали, потому что из-за него ребята не могли смотреть сундуки. Тауни. Да, потому что они не были горожанами. Да, у нас и города еще никакого пока не было. Нету. Я так, пытал... мне надо по акулу еще завалить, из нее сделать меч. Тут целая пачка акул. Они спрута загрызли. Аж мы начнем атаку на целую пачку акул. Смотрим, кто из нас выживет. Я или акулы. Такое ощущение, все больше складывается, что выживут акулы. Сразу против Серёха воюю. Да. Хорошо их отбрасывает немножко назад. Ай, ай, сделаем залагало. Пеньки. Только меня выкинуло. Да. Что? Кто рядом находился? Пойду, значит, я еще раз. Так. Пулей плавник. Добавляем к нему акватик ингот. Акватик ингот пережаривается из пур ингот вот этой штуки. А пур ингот делается из 9 других штук. Кто тут накидал чего? Это что такое? Это зомби-майнер, что ли, помер? Или что? 2 золотых кирки тут лежат.
Рота нет. Глаза. Глаза рота жопотер, да? Или глаза, как? Глаза рота жопотер, ну можно, да. Можно и так. Физическая ячейка, она чем сбивается? Киркой не сбивается? Не сбивается. Если что, энергия сохранилась, надо ключик. Ключик надо, хорошо. Ключик, ключик. Ключик, ключик. Где же он ключик-то? Ага, понятно. 10. Вращаем до 5. О, помещается. Оп. Мало. Много, пятерочка. Стандартный scale factor — это пятерочка, да? Можно поднять до 7. О. Так, ключик. А рулом. А, рулом. А как этот плагин называется, который скиллы добавляет? Майор БГ, по-моему. Улова, улова. Опять же мне улова надо. Все, ладно. Пойду в шахту. Ну вот. Ой, кто-то у меня дома тут. Клубики, вот циклопики. А, спасибо, мне... У меня есть ключик, да? Мне Дима крутит это... Ну, хотел сказать... Хотел сказать, мне Дима крутит ручку, нет. Глазатик. Он это... Ой, маленький. Ручную эту дробилку. А, ключик, да, спасибо, спасибо. Так. Так. О, глазатик. Так, ладно, остальные потом пофикшу. При необходимости. А я искал вот этого бегемота, ёшкин цвет, я решил, что я его искал. Ладно, попробуем. Потом его победил. Сейчас я попробую подключить эту мельницу, наконец-таки. Ить. Ить. Так. Так, 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 так. Так, так, так. Так. А чё мне надо было, скажи мне, Жень? А, я хотел вот из этих штук сделать акватик штуку и из этой акватик штуки, пережарив ее, получить слиток. Мне бы самому вспомнить, чё мне надо было. Так. Да? А чё-то у меня оно не контачится. Shift-PKM. Shift-PKM. Не-не, нужно трубу эту... Не из термала, а из билдкрафта. Энергетическую. Ой, что я делаю? Понял, понял. Так, шаркфин. Я сделал шарковый меч. Из билдкрафта надо трубу эту энергетическую. 2000 использования у шаркового меча. Да, попробуем рубануть. Если вот этот циклопостав бьет его на... Клац, на 24. Батарейки надо же... Еще вход поставит в батарейки же. Не, надо энергетическую трубу, но из билдкрафта только. Потому что это не соединяется. Хуй его вообще прорубить. На 16 луплю. Блин, промазал. Нормально. Кита по 16 луплю. Как это можно его так быстро зарубить относительно? Я его на сушу выбросил и добиваю. Блин. Ой. В воде он меня и загрызть может. Они же опасные, киты. Тоже они же вообще не бьют. А, они не только бьют. Только если подойдешь, они там. Это же акулы, если подойдешь. А так киты вообще вроде не бьют. Я во всяком случае прям на них прям сидел. Бил еще. Новое достижение — смертельный удар. Крит, что ли, пробил? 8 урона вроде там надо. 8 сердец. А, 8 сердец удара. Ну, в принципе, ага. Это этим мечом свободно, с крита можно сделать. Так, Вейлфин я выбил с него. Из этого Вейлфин делается следующий. Боукинг Кэнон. Делается пушка. Пушка! И опять же нужны акватик инготы. Для этого нужно валить крабов. Так, у меня больше нет уже этих.
Паланов. Так, кстати, я купил себе Wi-Fi роутер, и теперь уже интернет стал более податливым. Значит, проблема в кабеле. Судя по твоему голосу, не совсем там. Ты как робот начал. Да. Как податливый робот. У меня там. Я проверяю сейчас торрента. Котейка. Что у тебя не коннектится? А я водяную мельницу поставил двигатель какой-то специальный, поставил деревянную энергетическую трубу из билда. Потом зачем из билда? Она не с билдом вроде же не контачит. Ты про мельницу? Нет, а чтобы у меня в ячейку из Thermal Expansion за это энергия шла. Вот. Ячейка, да? Ты не можешь подключить ячейку с красными проводами, да? Ну, ячейку не могу, короче, да. Ты выходы настроил? Да, настроил. Вход-выход. Заходишь в ячейку, у тебя там есть такая шестереночка. Там синяя должна быть. Нажимаешь на эту шестереночку и выбираешь синий — это вход, то бишь энергия входит в него, оранжевый — выход. Если они поставлены неправильно, то бишь труба к ним не приконнектится. Так. Сейчас мне. Я понял. То есть нужно. Так, оранжевое — это на вход, да? Это выход. Оранжевый выход. Оно не коннектится. Грусть. Ай-яй-яй, подожди. Так, я сейчас тоже буду этот генератор делать. У меня все синее на ячейке, она труба к ней не подойдет сразу. У тебя на ячейке абсолютно со всех синее стоит, да? Ну да. Теперь тебе нужны красные провода. Из термала или из билда? Из термала. А у меня не получилось, я взял, сделал из билда. А как называется этот генератор? Побежал опять. Как это называется? Ну, там два генератора. Есть паровой генератор, а есть этот магмовый. А там не только два, там еще больше. Не, ну вообще... Меня не это интересует сейчас. А компрессионный еще есть реагент. Как мельница называется. Мельница. Собака бил крафтус. Его? Да. Это пусть. Ребята, такой микрофон ужасный, просто, да. А теперь у меня эта труба не коннектится с билдовской, с деревянной. Вау. Так. Мельница называется Small Coil Water Hill 28021. Крафт. А как теперь, ребят, сделать, чтобы у меня провод из термала соединился с проводом из билда? Никак. Никак бы еще соединились. А пророк 2802. Так, а я уже через билд крафт пошел. Ты что хочешь запитать? О, запиталось. Так, это кто сделал? Дима, спасибо. А что ты сделал? Фарм. Это свинцовая труба или не однотипная просто? Так мне кто-то посоветовал, я не помню кто, сказал, говорит, из билда давай делай эти провода. Перущий накопитель. Так, короче, она запиталась, да? Манипуляторы, прессы, чарджеры. Так, что, энергия не идет? Рециклеры. Плюс. Есть Kinetic Engine, да? Это вот это оно и есть. Так, там нет Water Hill. Двигатель много нет. Дима, гул кузнечик. Только колесо у меня есть. Ой. Чаще. Колесо есть. Нужно то, к чему ее присоединять. Движок так похож. Спускайся в карьер, который недавно. Так. Building Planner какой-то есть интересная штука. Так, для начала необходимо железные слитки. А шестеренки какие? Золотые? Инваровые можно использовать вместо золотых. И электромовые получается, да?
кварцевый блок. А кварцевый блок он делается из чего? Кварца или из чего? Переставь на одну вот сюда вот. Батарейку. А, типа кварцевый ближе, да? Блок из 4 кварца а нижнего мира. А, ну-ка. Ну ладно, придется. Тихо, Крипер, я знаю, что ты теперь ко мне подходить можешь, у меня кошака нету. А, во, так. Чё-то не идет энергия в ВИЧ. Ну, может, они и нету. В общем, да, ребята, могу. Так, у нас, мне я уже это... Я говорю, трубы белкрафтовские. У меня у самого не получалось через эти термаловские. Одни говорят белкрафтовские, другие говорят термаловские. В общем, мы разберемся это в следующей серии, ребят. Я вот свою заканчиваю сейчас. Что-то, Саш, там заканчиваешь, нет? Я сейчас буду заканчивать. Да. Буду заканчивать. Краба убью, меня кошку завалили. Ну, давай подождем, ладно. Чтоб ребятам... Да не, можешь, в принципе. Да по 10 раз не прощаться там. А, ну или так. Я просто еще перезаходил, у меня там 10. А, несколько минут? Ну, не несколько минут, минута, может... Когда я сколько там мне пил. Меня кошку убили. Не, ну минуту подожду, че. А так. Кто кошку мне вернет? Убил, из билда поставили, а оно все равно не идет энергия. Блин. Ты через батарейку? Кошку жалко. Ну сейчас кто тут? Кто? Дима или кто? Поставили из билда опять. А черная билая. Она... Скажи мне свои координаты, пожалуйста. 280-220. 4. Ну, около спауна примерно. Это там, где флаг, что ли? Да, да, да. Сейчас побегу. А то что-то меня все запутали, я запутался. Рататую. Вот. Рысь. Вон он ходит, зеленый. О, тут тоже крапа, он на меня не нападает. Тоже. О, он 500, у него 500 жизней, да ну нафиг. 500 жизней, да. Короля краба. Я лучше так постою около него. Посмотрю на него. У меня кого только нет, тут циклопы дома тут. Краб. Циклопы ходят? У меня дом такой своеобразный, с землей. Я жду, пока у меня тут заспаунится этот. Овечки. Как он называется? Большой-большой-пребольшой. Этот. Пам. Кстати, понял. Сейчас где? Я... Большой циклоп такой. Это кто? А, это ты вот, Марат? Да, пойдем вот там к воде там. Пошли покажешь, что тут. Мельница. Ну вот, мне мельницу начал это строить Саш танкер. Вот. Все началось с того, что я случайно нашел мельницу. В сундуке случайно нашел. Мельница из какого мода? А мельница? Из какого мода мельница? Билдкрафт Тулс. Так, кинетик. А ты хочешь с этой батарейкой ее подключить, да? Электром. Ну я хочу, чтобы куда-то. Короче говоря, буду я отправляться куда? В Нижний мир. Что, заканчиваем, да, Саша? Да, заканчиваем. Все, да, будем, да. Кто бьет? Вот так пойдет тебе. А она не поступает, что-то. А не поступает, смотри. Сейчас, ну давайте закончим, и в следующей серии так, мы... Так, у тебя вообще мельница сейчас работает, нет? Сейчас, мы посмотрим, в следующей серии запустим, мы мельницу нет. В общем, о, да. Рычаг забыл включить, чтобы мельница работала. Да, никель и железо, это будет самый простой способ. Всем спасибо, кто смотрел, подписывайтесь на наши каналы. Каналы, подписывайтесь. Тут за мной какой-то паук странный идет со странными глазами. Ё-моё. Всем спасибо, всем пока. Пока. Как же мне нажать кнопку и отпустить меч? Всем спасибо, ребят, действительно. Всем пока. Да, в следующей серии пойду в ад. Ну и кошку надо найти новую, придет. Да, всем пока, ребят. Пока-пока.